Горящие от счастья глаза, открытые для истории сердца, улыбки на лицах детей и взрослых. В музее футбола на Маршала Жукова прошла первая открытая экскурсия для детей. Участие в ней приняли воспитанники ДЮСШ «Атлетик» и дети-переселенцы с востока Украины. Вообще у нас это планово, и для этого мы это все и делали, строили. У нас работает оно каждый день, музей, и экскурсии мы проводим в благотворительных целях, бесплатно для всех желающих, которые хотят посетить. Сегодня необходимо уделять больше внимания подрастающему поколению, делиться традициями и памятными моментами, вдыхать новую жизнь в будущих чемпионов. Таких позиций придерживаются в клубе болельщиков футбола Одессы. Для детей, переселенцев такие позитивные эмоции незаменимы. Чемпион области по традиции, ну и по футболу. Ну, по футболу мне очень нравится, больше всех. А почему тебе нравится футбол? Потому что мне нравится вратарь. Всего в первой экскурсии приняли участие несколько десятков школьников, юных футболистов и их родителей. В новом году такие посещения и для средних, и для спортивных школ станут регулярными. Мне очень тут нравится. Тут собраны все экспонаты легенд футбола. Как ты считаешь, вот для футбола это важно, вот то, что нужно помнить традиции, да, истории тех чемпионов всех лет, правильно? Да, это очень важно для футбола. Мне нравится, что здесь много флагов, много футболок разных. Шарфы, дипломы, медали, кубки разные. Мне очень приятно. Вообще я не знала, что здесь есть такой потрясающий просто... Знаете, уникальное в свое время, мне кажется, музей, дети в восторге, видите, детям нравится, родители тоже, я вот как мама вообще, я поражена, правда, очень много историй, очень много каких-то таких, знаете, кажется, мелочи, но на самом деле это очень такое большое достояние. Кроме юных дарований посетили музей профессиональные футболисты. Экс-игрок Черноморца, защищающий цвета Реалфармы Антон Хромых и экс-игрок Луганской Зари Сергей Галюза. Передает опыт молодым и легенда одесского футбола, бронзовый призер чемпионата СССР Виктор Зубков. С высоты своих лет я здесь чувствую себя как бы одухотворенно. Так, подъем у меня такой нравственный, духовный подъем и радость за детей. За детей очень рад, что они вот имеют возможность окунуться в эту мекку. Дмитрий Богомолов, Николай Шляпин, телеканал «Репортер».